Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. И теплый. Значит, куча шмоток купил на самом деле. Просто все развалено, я еще не убирался. И не буду сегодня убираться. Сейчас Филипп мне скинул сериал, я буду смотреть сериал. Да, Свитер мне тоже нравится. Ну пока я начал смотреть сериал, решил выйти в Перископ, поздороваться со всеми. И съесть пончики. Я купил себе творожные колечки с творогом. Филипп, как называется сериал? Пиши. Тут про комнату что-то. Спасибо. Да, потерянная комната. Классный вопрос. Ты всем его задаешь. У меня сегодня день рождения, ребят. О, Юрьевец, клёво. GM, а кто ты, Владимирович? Юрьевец, приеду летом, ребят. Очень хочу в Юрьевец, но очень холодно сейчас там. Это я знаю. Приеду летом, короче, и буду гулять, фотографироваться и просто, блин, проводить там спокойное время. Дней на 10. А, Макс, мы только с тобой общались. ВКонтакте. Макс, я приеду, я тебе напишу обязательно. Пересечемся. Ой, как круто. Спасибо. Они с творогом. Такие вкусные. Ужас. Такие смаколовидные. Вот так я праздную день рождения. Кончиками чая в бабушкином свитере. Очень охуенно. Потому что... Да. Филипп, вчера бухали. Каре бухать каждый день. Я бы хотел предложить вам поделиться трансляцией, но не буду. Сегодня не будет ничего интересного. Сегодня я буду жрать пончики, слушать музыку. О, какое дело. Вот такие пончики. Бери на творожные колечки. Я ем в твой день рождения. Мне очень нравится так праздновать день рождения. Пожрать, сидеть, победить с вами, послушать Good Sherlock. Давай, Макс, пока. Если косяк этих пончиков, их много не съешь. Спасибо. Я предлагаю вам присоединиться ко мне, тоже что-нибудь пожрать здесь ночью.
Паша, тебя никто не хочу простить. Поздравлять не начал. Вообще поздравлять начали еще вчера. Зачем-то. Многие ошиблись. Видимо, ВКонтакте высвечивается. Ну, типа, завтра день рождения. Да, я немножко заболел. Филипп, из-за тебя ты меня заразил. Блин, я больше не хочу. Супы такие вкусные, еще много осталось. Но я больше не хочу. Пойду отнесу. До этого играл Good Sherlock. Играл Good Charlotte. Группа такая. Поп-панк они играли раньше. Вот, мне так весело на кухне. Я с вами везде хожу, потому что мне не весело. Прикольно, такое ощущение, что друзей в кармане носишь. На день рождения реально, когда буду вечером сегодня сидеть, напишу, короче, всем, что выходили в Перископ и просто тупо здесь сидели. Ну и как бы общаться здесь, прикольно. Ну как Skype, короче, только Перископ. Вот тогда смотришь, что не такое жирное, а так прям пиздец 30 лет. Так вот тебе 16, а так тебе 30, короче. Пиздец. Бродяга по жизни? Да. Что такое вообще? Что ты имеешь в виду? Нормально слышно? Тут меня не видно ни хрена теперь. Кто мне лайки ставит ВКонтакте, не видно, блин. Сука. На самом деле, нехуй мне просто делать, надо делами заниматься. Мне неохота. И походу, я уже сегодня ничего не займусь, ничего не сделаю. Я работаю рекламщиком. Занимаюсь рекламой. В общем, ребят, спасибо, что начали со мной день рождения. Уже полчаса, как он начался. Я провожу его уютно, дома, закутавшись в свитер, попивая чаек. Лягу спать, да. Никакого трэша и угара. Да что-то неохота, скучно. Нет, я не знаю, о чем ты вообще, чувак, о чем ты. Как пока? Ну, выходные я в Иваново приеду, там по-другому не бывает, там сразу что-то веселое начнется. Все, всем спасибо, ребят. Буду смотреть сериал, который Филипп предложил. Я не знаю, что так про меня плохо думаешь, разнос. Никаких разносов, все нормально будет, спокойно.
все, давайте.